Ребята, всем привет. И опять мы с Мариной идем копать. Сегодня у нас коп на пляже. Вот такие у нас замечательные барханы. Это, ребята, выход к морю. За зиму ветер надул очень много песка. Здесь будет летом проход. Это все тракторами, экскаваторами подчистят. И здесь будет вот этот проход. А сейчас пока вот так вот. А вон впереди море, друзья. Ребята, мы специально ушли от центрального пляжа Анапы. Вон там у нас впереди Анапа. У нас пляж очень здоровый, и поэтому можно ходить долго-долго. Но на пляже там уже ловить нечего, все повыбивали. Будем, ребята, ходить вот здесь. 3 марта. Но сегодня холодно. Где-то плюс 1, плюс 2. Но нету ветра. Хотя море вот штормит. Но ходить одно удовольствие. Ребята, вот пока такие находочки. Ну, я, в общем-то, тут ничего такого особо и не ожидал. Поэтому я каждую копейку не буду снимать, друзья. Неинтересно. Я просто потом подведу итог. Ну, вот, ребята, 1,5 часа нашей прогулки по пляжу. Непонятно, какая-то штуковина. Заколка. Ну и так, ходячка. Копейки попадаются. 10 рублей. Вот попалась монетка. 15 рублей. 80. Не вижу, какой год. Ну, так что, друзья, вот так вот. Всем пока!